Этот южнокорейский кроссовер с российскими дальневосточными корнями уже проходил наш тест 3 года назад. С момента старта официальных продаж, приуроченному к Международному женскому дню 8 марта, все выпущенные на заводе Solers во Владивостоке «Актионы» были турбодизельно-ручными в плане инженерной начинки. Явное желание маркетологов угодить дамам не слишком вязалось с таким тандемом. Поэтому старт нового «Сан-Йонга» вышел вялым, несмотря на очень бодрый двигатель, который мы тогда отмечали. Сегодняшний спектр модификации «Актиона» разросся аж до 24 комплектаций на любой вкус и кошелек. С полным приводом и без, с турбодизелем либо с бензиновым агрегатом. Оба по паспорту имеют одинаковый объем по 2 литра и мощность по 149 лошадиных сил, чтобы вписаться в более скромный диапазон российского налогообложения. Ну и традиционный выбор коробки – ручка либо автомат, причем новый шестиступенчатый с клавишами ручного переключения на руле. С появлением бензиновой версии продажи скакнули двукратно, а суммарный объем продаж минувшего года в России – 16 021 автомобиль. Пару слов о дизайне, которым занимались итальянцы из студии Джуджара. Получилось неплохо, узнаваемо и весьма обтекаемо. Кто-то скажет «обмылок», кто-то «милашка». Но идентифицировать во внешности машины 100% брутального самца не удастся. Даже несмотря на наличие двух патрубков выхлопа, спойлера и прочих мужественных черт. Спорить о вкусах не станем, но объективно в 2013-м «Актиону» не хватает светодиодных ходовых огней. Салон собран на высоком качественном уровне. Подбор визуальной фактуры материалов, подгонка стыков приятно удивит владельцев старых «Актионов». Корейцы не поскупились на микролифты, крючки, обилие полочек и ниш, столь важных для кроссовера. И, думаю, не раз мысленно будут отблагодарены своими клиентами. Центральная панель органично вписывается в общий интерьер, но сегодня она не на острие дизайнерской мысли в области автомобильных интерьеров. Проектировалась она в нулевые, а сейчас на дворе десятые. На мой взгляд, предложить двухзонный климат-контроль с собственным дисплеем и мультимедийный большой экран, пусть и за доплату, дело престижа марки. Топ-версии «Актиона» получили новую оптитронную панель приборов, дизайном немного напоминающие не то тойотовские, не то мерседесовские вариации на эту тему. Панель понравилась информативностью и компоновкой, но максимальной яркости подсветки в солнечный день недостаточно, особенно при обязательном включении фар ближнего света. Одна забавная и при этом весьма эффективная функция, которую я обнаружил на панели, информирует водителя об угле и направлении поворота передних колес. Думаю, после парковки с выкрученной баранкой или в колее водителю эта подсказка окажется весьма полезной. Баранка, кстати, теперь имеет подогрев, как и передние и задние сиденья, и зона покоя стеклоочистителей. Так что зимой, которая у нас в Сибири царит полгода и больше, кореец своих хозяев порадует теплом. Подогнать расположение руля и сиденья под свою удобную позу водителя не составит труда людям широкого антропометрического диапазона. Сиденья в «Актионе» плотные, с развитыми боковинами и возможностью отрегулировать поясничную область. Подлокотник, скрывающий два разновеликих отсека, основную свою функцию выполняет с блеском. Теперь сажусь сам за собой и понимаю, что по простору сзади сегодня «Актион» не в лидерах, но и не в отстающих в сегменте. Вполне просторно коленям, потолок на макушку не давит, если что, можно откинуть спинку заднего сиденья. А вот абсолютно ровный пол в районе ног центрального заднего пассажира – это достижение, достойное аплодисментов. Приступаем к трансформации багажника, который вновь отличился своим качеством и вниманием к деталям. И пол, и укладывающиеся вровень с полом спинки задних сидений имеют четко захлапывающиеся фиксаторы. Ничто не болтается и не ходит ходуном. Минимальный объем багажника под шторкой – 486 литров. Полноразмерная запаска на тестовой небедной машине на легкосплавном диске. За время знакомства с салоном автомобиля у меня сложилось ощущение серьезного скачка в качестве, который совершил «Актион». Мысли эти не улетучились и во время динамических упражнений. Паспортных данных о динамике разгона двухлитрового дефорсированного на 26 лошадиных сил турбодизеля я не нашел, но наши замеры на необкатанной машине показали 10,5 секунд до размена второй сотни. Впечатляет тяга 360 ньютонов на метр, которая в полной мере доступна в узком диапазоне от 2 до 2500 оборотов. Работа шестиступенчатого автомата, который корейцы разработали самостоятельно, абсолютно незаметна в моменты смены передач. И это здорово.
При желании можно взять управление автоматом на себя, воспользовавшись двумя вариантами. Либо двуручным, клавишами на спицах руля, либо, как я его называю, праворуким, маленьким тумблером на рычаге коробки. Впрочем, оба требуют привычки, при том, что особой нужды в ручном режиме нет. Адаптивность к новым условиям гидромеханической трансмиссии не вызывает у меня замечаний. Экстренное торможение в пол активирует работу аварийки, причем ее настройки изменились. Теперь она отключается самостоятельно, а датчик активации стал менее чувствителен, чтобы не включать систему при средней динамике замедления. В поворотах «Актион» уверен в себе, крены исчезающе малы, колеса четко следуют выбранной траектории. На бездорожье, которого весной после обильной зимы долго искать не надо, уверенность в машине не исчезает. 30-сантиметровые лужи и умеренные колеи – это тот минимум проходимости, на который владелец «Сан-Йонга» может смело рассчитывать. В случае чего в его распоряжении клавиша блокировки муфты межосевого дифференциала. Энергоемкость подвески – еще один предмет гордости «Актиона». Даже такая дорога не смогла прощупать отбойники его амортизаторов. Опасаться стоит лишь за тонкую пластиковую защиту снизу, которую в случае частых поездок по снегу и грязи я бы рекомендовал заменить на металлическую. В плотном снегу «Актион» активно борется за собственное освобождение, даже когда все 19 см клиренса под нижней точкой днища выбраны с запасом. Электроника, конечно, снижая прыть мотора, все же позволяет ползти машине в натяг. Но к выбору препятствия для кроссовера нужно подходить с умом. Система подключаемого полного привода «Актиона» по стандартам сегмента имеет принудительную блокировку, которая самостоятельно отключается, когда стрелка спидометра преодолевает 40 км в час. Но и без нее снижение сцепления диагонально расположенных колес не остановит «Актион». Резвого старта на скользкой слякоти кореец не позволяет. Вернее, он не допускает пробуксовки в начальной фазе движения ради пущей безопасности малоопытного водителя. Средний расход за тест составил 9,6 литра, что, учитывая динамические ускорения и пробуксовки вне асфальта, весьма хороший показатель. Полного бака 57 литров в таком режиме хватит на 600 километров, а спокойный шоссейный аллюр потребует следующей заправки лишь через 900 километров. Правда, это уже не экспериментальные показатели, а теоретические расчеты, исходя из паспортных данных. Самая доступная на сегодня полноприводная версия с автоматом и двигателем на тяжелом топливе стоит 949 тысяч рублей. Такой же, но бензиновый вариант и вовсе 899 тысяч. За машину в богатой тестовой комплектации «Элеганс» с 17-дюймовыми литыми дисками, рейлингами на крыше, климат-контролем, подогревом задних сидений и руля, вставками под дерево, складными электрозеркалами, мультифункциональным рулем CDMP3-ресивером с USB-входом, управлением телефоном по каналу Bluetooth и прочими прелестями нужно заплатить 1 079 000 рублей. Маркетинговая же цена на базовый переднеприводник на механике с минимальным набором удобств – 699 тысяч рублей.